в одном видео я уже как-то говорила, что в Америке такое изобилие всего, вот абсолютно всего, что для меня большая загадка, как еще американцы не сошли от этого с ума. Я до сих пор, вот 6 месяцев прошло, я не могу привыкнуть к тому, что есть все и все доступно. Вот этот магазин, который я показывала, Disney, зашла для интереса, посмотрела. Ну, в общем, вышла в шоке просто. Это для детей рай, как я считаю. Ну, конечно, многие вещи, знаете, вот есть дети, выбирают какую-то такую, не знаю, что-то непонятное для родителей. Но, тем не менее, вот все куклы, все персонажи из мультфильмов с логотипами, все здесь есть. И даже если родителям это непонятно, то, конечно, вот компания Disney, она, наверное, как-то проводит исследования однозначно, что интересно для детей, какие цвета, как это должно выглядеть, потому что, ну вот, начиная, например, от игрушки, заканчивая там какими-то там полотенцами и платьичками, вот все в этом магазине есть. То есть, если ваш ребенок любит какой-то мультфильм, вот как, например, мои дорогие девочки, они любят сейчас вот Frozen, этот мультик. Я подошла к стенду, честно говоря, немая сцена. Миллион этих кукол в разных интерпретациях, и всякие там сундучки для обедов, и полотенечки, и тапочки, и все вот из этой серии. Ну и, конечно, с точки зрения взрослого, вот смотрю на это, ну не скажу, что все прямо супер-пупер качество, я имею в виду одежду, но... Для детей, вы знаете, что для детей это качество, оно на последнем месте. Для них интересна вот сама идея. Ну, этот магазин, честно говоря, вот как рай для детей. Есть все. И после того, как я там побывала, я, конечно, однозначно могу сказать, что да, в Америке ваш ребенок будет счастлив 100%. Также я уже как-то упоминала в видео, что даже рядовой американец имеет возможность при желании покупать какие-то брендовые вещи, даже не дожидаясь распродаж. Но, как опять подтвердилось практикой, не нужно спешить покупать вещи без распродаж, потому что распродажи здесь случаются очень часто по поводу и без повода. Зашла снова в свой любимый магазин Gap. Есть Gap для взрослых и Gap Kids. И вот я оказалась права. Вот в Gap Kids вот эту неделю идет минус 50% от регулярной цены скидка. Поэтому зачем спешить покупать без скидки, если ты знаешь, что буквально пройдет там 2 недели, месяц, ты придешь и будет какая-то скидка обязательно. Ой, ну я, конечно, в восторге от Гэпа. Gap Kids — это вообще отдельная история. И, ну, например, кроссовки там стоят на ребенка $40. Вот сейчас можно их за $20 купить. Кстати, я также рассказывала о купонах, которыми и о карточках, которыми активно пользуются американцы. Вот, это все так. То есть вы еще дополнительно к этому, если оформите карточку этого магазина, можете получить еще плюс 10% скидки. То есть, таким образом, минус 60% от первоначальной цены. К чему это все рассказываю? К тому, что по американским ценам потратить там, ну, $100 на ребенка, и вы можете на эти $100 купить новые вещи, да, вот в том же Гэпе, там, джинсы, кроссовки, футболку и какую-то кофту, и что-то еще, и все это вам выйдет в $100, ну, это более чем доступно. В общем, ваш ребенок будет здесь, в США, будет счастлив однозначно. Ну, вы тоже, я так думаю. Вот, кстати, магазин Victoria's Secret. Зашла для интереса, посмотрела. Ну, вообще, не моего предпочтения магазин. Но, тем не менее, интересно же. И вот в очередной раз словила себя на мысли, вот как все-таки все по-другому. Вот какой все-таки вот другой менталитет. Вот стоят те же духи. Любые духи ты можешь попробовать, как они пахнут. То есть ты не покупаешь кота в мешке, для тебя потом не сюрприз.
помню, как у нас на Украине, я же работала в магазине парфюмерии, но это был кошмар. Мало того, что ну, не на все духи у нас были тестера. Боже, как это все крали, эти и духи, и тестера. А здесь, и мы там, честно говоря, возле этих рядов все время как церберы стояли. Потому что, ну, там буквально иногда даже вот стоишь возле этого лотка, да, с духами. Ну, не лотка, а полочки с духами. И тут уже отвернулся на 3 минуты, и уже у тебя из-под носа украли. А тут я вообще зашла в магазин, девочки на каком-то таком, ну, вообще, то есть ко мне особо... Ну, никто над тобой не нависает, не ходит, не смотрит, вдруг ты там что-то украдешь. Я вообще зашла, в зале не было продавцов, они были в другом зале. То есть все абсолютно спокойно. Ну, в общем, хожу вот по торговым центрам в Америке, каждый раз удивляюсь. Ну, каждый раз для меня это вот какое-то открытие, шок. Вот, кстати, этот Gap Kids. Так что, ребята, сколько вот здесь не нахожусь, сравнение каждый раз, к сожалению, не в пользу Украины во всех отношениях.